Два из четырех этапов по капитальному ремонту теплотрассы завершены. Сейчас полным ходом идет третий. А Елена Жучкова, заместитель главного инженера тепловых сетей МУПР МПТС по ремонту и развитию, говорит, что проходит ремонт в сжатые сроки. И некоторые этапы они старались сделать без отключения горячей воды в домах. Сейчас идет ремонт от дома 42 по улице Грибоедова до перекрестка с улицы Есенина. Сейчас уже произведен монтаж трубопроводов полностью до улицы Есениной. Открыто движение в субботу 13 июля по улице Липнихта, перекресток. И вот до конца недели будет выполнено благоустройство и засыпка канала тепловых сетей от дома номер 42 по улице Грибоедова до перекрестка Липниха. Движение будет открыто, транспорта. Параллельно с работами на улице Грибоедова идет подготовка к четвертому этапу. Его проведут от перекрестка улицы Есенина до дома 10 по улице Грибоедова. Это баня. Сейчас там идет демонтаж трубопровода. Работы ведутся в сжатые сроки и разработаны все мероприятия для улучшения качества работ. Всего в 2019 году МУПР МПТС запланированы работы по замене теплотрассы на 10 участках. На 5 они уже выполнены. Параллельно с улицей Грибоедова работы ведутся на Тимуровцев и втором школьном переулке с выходом на Первомайский проспект. А в августе планируется замена магистральных тепловых сетей в районе Ряжского шоссе и на улице Новоселов. Ограничение движения по Первомайскому проспекту вы, наверное, все видите, да? Но работы сейчас уже по благо начинаются, засыпка канала, то есть работы в течение 2 дней будет запущено полное движение транспорта. По улице Новоселов будет ограничение движения, перекрыто движение не будет. Ну а по районе Ряжского шоссе перекрытия движения не будет. Точная дата окончания работ согласовывается с администрацией города. Напомним, при капитальном ремонте теплотрассы на улице Грибоедова на первых 2 этапах применялась новейшая технология. Трубы предизолированы. На таком диаметре технология применяется впервые. Это должно уменьшить теплопотери. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».